Глагол have в английском языке, часть 7. И мы с вами поговорим про have, has, have got и has got в вопросах. Итак, смотрите, как образуется вопрос. На самом деле мы хотим спросить, у тебя есть собака? Как это спросить? На самом деле это можно спросить двумя способами. Первое, с do. Do you have a dog? Do you have a dog? И также можно спросить, have you got a dog? Have you got a dog? То есть и то, верно. Do you have a dog или have you got a dog? И, как мы видим, вопросы с have можно спрашивать или с do, или с does. И также или с have got или has got. Соответственно, do мы употребляем перед I. We, you, they, does перед he, she, it. И have got то же самое. Have got появляется перед I, we, you, they, и has got перед he, she, it. Давайте с вами еще разберем пример, чтобы было более понятно. Например, у нее есть семья. Значит, соответственно, она – это she, поэтому по первой схеме получается does she и глагол. Ну, здесь, соответственно, у нас have по схеме. Получается, значит, вопрос – does she have a family? Does she have a family? У нее есть семья – does she have a family? Или же также можно ответить – согласно второй модели, has, только здесь, видите, мы не совсем правильно с вами скопировали, сейчас мы исправим. So, have I got, have we got, have you got, have they got, и has he got, has she got, had it got. Итак, и по второй схеме получается, has she got a family, у нее есть семья. Has she got a family? Опять же, и так можно спрашивать, это верно. Has she got a family? Далее. У тебя есть свободное время? Мы с вами спросим. Do you have free time? Do you have free time? Do you have free time? Или также можно спрашивать. Have you got? Have you got free time? Have you got free time? Have you got free time? То есть и так верно. Значит, с вами давайте еще раз повторим. Do you have a dog? Have you got a dog? Примеры. Do you have a dog? Have you got a dog? Next. Does she have a family? Has she got a family? And do you have free time? Have you got free time?